Смотрю. Да ладно. Тут все равно солнца не видать ничего. Ой. Вот мы и находимся на такой лесоповал называется. Пап, я как блогер буду. Набрали немножечко дров, подкрепились. И думаем, куда нам двигаться дальше. Грибов мы не встретили ни одного. Ни съедобного, ни несъедобного. Спасибо. У нас оказалось только буженина. Да, спасибо, люди добрые. Лес попилили. Нас маленько снабдили. О, хороший грибок. Вот это тоже пилильщики поработали. Не больно, конечно. Чего они его не взяли? Ситовый. Какой? Ситовый. Легкий? Легкий или что? Ситовый, когда изнутри гнили. Вон холм, но не взяли. Ну, специально поедешь, не найдешь. А это вот поехали и нашли. Да, пап? Тут дров море, вот приезжай. А мы тогда с тобой не здесь как-то это таскали? Тоже пилил ты. Ну, это надо пилу везти. Это надо ее иметь, пилу. А смотри, сколько напилили, оставили. Вот, да? Что за дерево? Что за дерево? Дуб. Дуб? Полно, смотри, напилили вон. И оставили. Не знаю. Пилякали, ого. Может, я и рано продал пилу, конечно. Я думал, совсем мне сил не будет засим. Вон, видишь, тоже какой. Спилили, оставили. Вот такая у нас лес такой. Почти как на Украине, да, пап? Там как бы и у нас. Вот вам показать, что какой лес в России. Самарская область. Ноги себе сломаешься. Да, пап? Нормальный. Там, куда идти? А? Интересно, там что за дерево. Отказали, брат. Может, еще вернуться. Пилили? Гнилой? Да. Вот как комик. Да, он другого цвета, даже совсем дуб-то. Он такой прям плотный. Запах другой. На что я тогда потратил? Не помню. Нет. Это
разошлись они так себе там. Да это любая сумма уйдет, непонятно куда. Смотрю, вот дуб. Не стали пилить. Вот. Вот. А? А? Не все разрешают пилить. Лесники. Это надо разрешение было брать. Нет грибов. Их и не было. А? Ничего нет. Тепло было.